Урожай фасоли в 2022 году. Друзья, смотрите, какая прекрасная фасоль выросла. Потом посмотрю сорт. Кому интересно, напишу. Я уже не помню, как он называется. Но фасоль это достаточно вкусная. И к тому же красиво растет, радует глаз. Вот у меня рост 1,87 м. Видите, как насколько высоко она растет, если ей создать определенные условия в виде вот таких вот колышков. Вот еще кустики красивые. Ну, эта фасоль очень вкусная. Кому интересно, еще раз напишу в комментариях. Пишите, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал «Однажды в селе». Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всем пока!